Добрый день! Вас приветствует телеканал «Трофей». Меня зовут Андрей Кубрак, и сегодня мы готовим на природе. Каждый раз наше приготовление, оно чем-то особенное. И сегодня мы продолжаем эксперименты, поскольку прекрасная погода, и у нас все под рукой. Не буду специально озвучивать то, что мы будем сегодня готовить, поскольку предлагаю назвать это в конце. Начиная с того, что очень простые ингредиенты, в самом финале мы хотим, чтобы это все очень было гармонично. Поэтому нам потребуется картошка, хлеб, сыр, бекон, зелень, специи, чеснок. Ну вот если подумать так, что же можно из этого приготовить? На самом деле очень большая фантазия может быть играть. И я хотел бы вам предложить сегодня приготовить музыкальное блюдо, поскольку я его сейчас пока еще не могу сформулировать, но нам потребуется для этого сделать следующее действие. Мы берем картофель и делаем надрезы равномерно, но не до конца. Получили вот такие развертыши пасьянсу. Далее аналогично мы проделаем то же самое с хлебом. Снова делаем надрезы не до конца. Спросите, для чего? Наверное, многие догадались о том, что мы будем делать, но интрига все равно остается. Итак, основы готовы. Далее нам потребуется маленькая миска, в которой мы соединим измельченный чеснок, свежий чесночок, нарезаем и забрасываем сразу же в миску. Затем нам потребуется зелень. У нас получилась такая зелено-чесночная смесь. Далее нам необходима будет фольга, поскольку все наше приготовление будет происходить на мангале. Поэтому делаем следующие шаги. Предварительно добавляем пряности. Нарезаем бекон и его пускаем вниз наших углублений. Сверху просто мы кладем зелень хаотично и заворачиваем. Аналогично проделаем с каждой из наших картофелин. Далее берем сыр и также нарезаем его ломтиками. Сыр также можно выбрать по вкусу и по нашим каким-то предпочтениям. А вот здесь начинается немного другой пасьянс. Итак, в каждую часть нашего хлеба мы добавляем чеснок и зелень. А также параллельно добавляем сыр. То есть чеснок, зелень и сыр. Это все отправляется в наш хлеб. Я думаю, что уже после этого сложно назвать его обычным хлебом, поэтому наше это уже формируется наше блюдо.
после проделанного сервирования хлеба зеленью и сыром, мы также заворачиваем его в фольгу и после этого отправим на мангал. Оставшуюся зелень также добавляем для аромата и вкуса. И при необходимости еще добавляем сыр. Заворачиваем в фольгу и займемся подготовкой остального картофеля. Снова фольга. После что получится, оно будет готовиться, томиться равномерно, и каждое свойство будет придавать нашему блюду общей гармонии. Итак, буквально несколько минут подготовки, и мы можем отправлять наши блюда на мангал. Думаю, что уже после приготовления у нас точно сформируется название этому блюду, которое легко готовить на природе. Итак, отправляемся на мангал. Выкладываем равномерно картофель и возле него наш зафаршированный хлеб. Накрываем крышкой и даем поготовиться в течение 10-15 минут. У нас прошло гораздо больше, чем 15 минут, и этот мы допускаем в силу того, что картофель может быть разного сорта. Но у нас остается главная задача, чтобы получилось вкусным наше блюдо. Поэтому предлагаю заглянуть под крышку в мангал. Я уже даже придумал название нашему блюду. Надеюсь, вы с ним согласитесь. Ух ты! Так, давайте поставим на стол. Очень нежно растекается. Сыр. Хлебе. Я назвал это блюдо картофельный и хлебный пасьянс. Осталось дело за малым, нам необходимо засервировать полученное наше блюдо. Итак, отделяем картофель. Да, точно пасьянс насыпается. Ну, а хлеб остается таким вот порционным. Как дополнение к нашему основному блюду. Ну и, пожалуй, это еще не все, поскольку я бы, конечно же, добавил здесь
Вот мне очень хочется добавить сметаны. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Она будет приятно гармонировать. И напрашивается зеленый лучок. Наше блюдо готово. Картофель с грудинкой и сырно-чесночный хлеб на гриле. Картофель 5 штук. Бекон, грудинка, сало 150 грамм. Чеснок 3 зубка. Зелень 1 пучок. Сыр твердый 200 грамм. Багет 1 штука. А я напоминаю, что внизу вашего телеэкрана вы видите адрес электронной почты, на который я по-прежнему ожидаю ваши любимые рецепты приготовления на природе. Наиболее интересные я обязательно приготовлю в одной из своих телепередач, а их автор получит ценные призы от телеканала «Трофей» и лично от меня. Приятного аппетита и до скорых встреч!